смотрите городские новости Челябинска в деталях. В студии Вячеслав Ватутин. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Обновление общественного транспорта, поддержка семьи и создание зеленого пояса. Губернатор обозначил перспективы развития региона. Арена площадью 30 тысяч квадратных метров. В Челябинске появится новый спортивный объект. На Южном Урале предложили построить завод «Тесла». Среди аргументов – большое количество солнечных дней и падение метеорита. Очередной подопечный Карена Далакяна. Новорожденный лисенок едва не погиб в лесном пожаре. Радикальное обновление общественного транспорта, строительство новых школ и детских садов, поддержка семьи и создание зеленого пояса для защиты экологии. Алексей Текслер выступил с обращением к законодательному собранию Челябинской области, обозначил главные цели развития Южного Урала и ближайшие перспективы. Во власти место только целеустремленным, сильным и преданным региону людям. Тем, кто принимает на себя ответственность за свой личный вклад в его развитие. С этих слов Алексей Текслер начал свой доклад и заявил. Кадровые обновления будут продолжаться. У руля останутся лишь те, кто готов по-настоящему работать на благо Челябинской области. И еще. По-прежнему одним из ключевых направлений деятельности для нас и меня лично является борьба с коррупцией. Абсолютная к ней нетерпимость. Это не всегда громкая работа, которая видна в публичном поле. Тем не менее, это один из важнейших акцентов работы в моей команде и правительстве в целом. В том числе в развитии этого направления вчера я подписал документы о создании самостоятельного управления по противодействию коррупции, деятельность которого буду курировать лично. Прошедший год был крайне сложным, но несмотря на это в регионе достигнуты большие результаты. Принят областной экологический стандарт. Все крупные предприятия Челябинска и Магнитогорска подписали соответствующее соглашение и начали его исполнять. Региональный материнский капитал увеличен почти в два раза. Расширены варианты его использования. В этом году ликвидируют очередь дошкольного учреждения для детей от полутора лет. Сдадут 13 детских садов. За три года появится еще 22 школы. В регионе стартует программа по возврату половины стоимости путевки в детские загородные лагеря, разработанная по поручению президента. Несколько раз увеличат региональное пособие на рождение ребенка. Как руководство к действию я это восприняла, и как координатор проекта, я думаю, что в конце этой недели или в начале следующей мы соберем актив нашего проекта «Крепкая семья», простроим нашу работу, нашу зону ответственности и, скорее всего, заведем чат для того, чтобы можно было услышать, как поняли семьи Челябинской области, все то, о чем сегодня говорил губернатор, получить обратную связь и понять, где какие проблемы у нас остаются и что с этим можно сделать. Планы на будущее всеобъемлющие, причем рассчитаны они на ближайшую перспективу и касаются всех сфер деятельности. В регионе идет полным ходом укрепление материально-технической базы учреждений культуры. Я не буду перечислять, это огромное количество. Это и в городе, это и в различных муниципалитетах. И, конечно, это огромное многообразие культурных проектов. С профилем, скажем так, от граффити, каких-то фестивалей граффити, да, и до многочисленных крупных театральных каких-то событий, инновационные какие-то культурные моменты, проекты. Так что вот эти два вектора, я считаю, являются самыми базовыми. Спасибо огромное всей отрасли губернатору. Большое внимание уделяется молодежному движению, и личное участие в этих мероприятиях губернатора тому подтверждение. Собственно говоря, мы услышали о том, что ключевая задача, и мы ее абсолютно поддерживаем, это делать все возможные проекты, действия, мероприятия, чтобы молодежь не уезжала из Челябинской области, чтобы она хотела развиваться здесь и развивать свой регион. И, конечно же, еще и все приезжие, кто приезжает учиться, расти, развиваться, также оставались здесь и связывали свою судьбу, свое будущее с Челябинской областью. Реконструкция дорожных сетей, радикальное обновление общественного транспорта, строительство метротрама. Судя по докладу губернатора, Южный Урал ожидают глобальные преобразования. Если кратко сформулировать, то, чем мы руководствуемся, это забота, работа, результат. Важно помнить об этом каждый день. Спасибо. Наталья Кудряшова, Владислав Шишмаренков, Урал-1. Во время послания заксобрания Алексей Текслер анонсировал и новый спортивный объект – арену площадью 30 тысяч квадратных метров. Она появится на улице Университетская набережная и станет одним из четырех зданий будущего спортивного города.
Арену подобного уровня южноуральские спортсмены пока видели только в Екатеринбурге. Теперь смогут дотянуться до уровня чемпионов, не покидая Челябинска. Если у соседей в Академии единоборств РМК сделан упор на бокс, карате и аналогичные дисциплины, то челябинский проект будет гораздо масштабнее. Здесь найдется место и для борцов, и для игровых видов спорта. Проблема спортивных залов существует в городе Челябинске уже давно. У нас 3 спортивных школы только по баскетболу, не говоря уже о гандболе, волейболе, о мини-футболе. И тренироваться не только, что проводить соревнования, а даже тренироваться, организовывать тренировочный процесс по игровым видам спорта просто негде. Дефицит тренировочных площадок – вот та самая проблема, которую поможет решить многофункциональная РМК-арена. Заниматься здесь смогут несколько детских спортивных школ, а также любительские и профессиональные команды. Когда дети вырастают, вот, допустим, старшие девочки, им нужен простор, им нужен целый зал. А мы тренируемся на ползала, то есть это неэффективно. И поэтому очень хочется, чтобы у нас больше было все-таки залов для отработки каких-то элементов и быстрого отрыва и так далее, чтобы участвовать на первенстве России. Зал стал для нас маловат, конечно, и душновато в этом зале. То есть вот из-за его размеров у нас много, из-за этого душно очень. Основной манеж – 3 универсальных зала для игровых видов спорта и 5 локаций для единоборств. Всего РМК-арена займет 30 тысяч квадратных метров. Впрочем, спортивный объект не будет местом для избранных. Его сделают доступным для массовых занятий. В среднем в месяц сюда смогут приходить до 100 тысяч горожан. Для них будет работать фитнес-клуб, кафе и медицинский центр. А техническое оснащение комплекса позволит проводить в прямом эфире профессиональные турниры и международные соревнования. Площадка для строительства уже известна – между университетской набережной и рекой Миас. На возведение нового спортивного объекта инвестор, русская медная компания, направит 4 миллиарда рублей. Из них 500 миллионов пойдет на благоустройство территории. Арена на 5000 зрителей станет одним из 4 объектов будущего спортивного города. Здесь появится центр экстремальных видов спорта, аквазона с искусственной волной и 6 крытых теннисных кортов. Весь этот спортивный мини-город будет объединен единым благоустройством и связан с городским бором, новым пешеходным мостом. Все это будут частные инвестиции, и я благодарен за это руководству русской медной компании. Строительство начнется уже в этом году и завершится к концу 2023-го. Самый крупный на Урале социально-инфраструктурный спортивный проект будет реализован при поддержке губернатора Челябинской области. Инна Львошина, Александр Мыльников, Вячеслав Ватутин, Владислав Шишмаренков. Урал-1. Ничего лишнего, только главное в новости дня одной строкой прямо сейчас. Челябинский радиозавод «Полет» переедет в технопарк «Малая Сосновка». Он отказался от большей части площадей в центре города. Бывшие цеха занял «Белый рынок» и частные арендаторы. Построить новые промплощадки и испытательный центр предприятие планирует в «Малой Сосновке». Здесь будут выпускать радиолокаторы «МИАС», системы точного завода самолетов на посадку и другую продукцию аэродромного назначения. Возведение корпусов начнется в следующем году. Предполагаемая сумма инвестиций – 2 миллиарда рублей. 5-й класс пожарной опасности установился на территории Челябинской области. Только за минувшую неделю в лесах региона произошло порядка полусотни возгораний. Общая площадь – 130 гектаров. Всего же с начала сезона экстренные службы потушили 290 лесных пожаров. Это 2500 гектаров территории. С 24 апреля на Южном Урале действует особый противопожарный режим. Вход и въезд в леса запрещен. Все службы находятся в режиме повышенной готовности. Перед сдачей единого госэкзамена челябинским школьникам не придется вакцинироваться или сдавать тесты на ковид. Такое заявление сделал Рособорнадзор. Маски и перчатки в пунктах проведения ЕГЭ будут нужны только в тех регионах, где такое требование установлено официально. Из обязательных мер безопасности – термометрия на входе. Если же у 11-классника имеется хроническое заболевание, которое вызывает повышенную температуру или симптомы, схожие с ОРВИ, ему понадобится справка от врача. Окончательное решение о допуске школьника на ЕГЭ примет медицинский работник в экзаменационном пункте. Единый госэкзамен в этом году стартует 31 мая. Игнатьевскую пещеру откроют для туристов после 1 июля, однако посещать ее смогут только небольшие туристические группы вместе со специалистами и аккредитованными экскурсоводами. Параллельно с этим здесь будут идти научные исследования по определению антропогенной нагрузки. Доступ в пещеру закрыли 3 года назад. Туристы посещали ее бесконтрольно, оставляли здесь мусор и превратили памятник природы в отхожее место.
В ближайшее время в региональном Минэкологии составят комплексный план по восстановлению объекта как памятника природы. Ученые проведут мониторинг, проанализируют, как ведет себя пещера и экосистема, размножаются ли вредоносные бактерии. Ряд новых законопроектов сегодня приняли депутаты ЗСО. Изменения коснутся распределения областного бюджета, транспортного налога и мер социальной поддержки. Дополнительную поддержку получат самозанятые. На 1 мая в Челябинской области насчитывалось почти 50 тысяч перешедших на спецрежим предпринимателей. Перераспределение областного бюджета позволило увеличить субсидирование муниципальных образований на их поддержку. Это позволит дополнительно привлекать людей, чтобы они выходили из темноты и занимались уже какими-то своим производством. Я считаю, что это замечательная идея, она поддержана губернатором. Сегодня Алексей Леонидович как раз в своем отчете говорил об этом, что будем развивать и поддерживать самозанятых на территории нашего региона. Обнулена ставка транспортного налога для резидентов индустриальных парков по категориям автобусы, грузовые машины и гусеничная спецтехника. Это позволит инвестировать сэкономленные средства компании на создание новых производств. Льгота будет действовать до 2026 года. В конечном итоге это инвестиционная привлекательность региона, потому что две из трех площадок у нас они входят в топ-20 лучших инвестиционных площадок Российской Федерации. То есть это так или иначе все будет сказываться на инвестпривлекательности региона. Но основное для нас это рабочие места дополнительные и новые налоги как результат создания новых рабочих мест. Одиноко проживающие пенсионеры, малообеспеченные многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами теперь могут воспользоваться мерами поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение и установку внутридомового газового оборудования. Сегодня мы услышали из уст министра социальных отношений о том, что деньги, которые заложены в бюджет, будет выплачиваться непосредственно либо гражданам, либо ресурсоснабжающим организациям, которые будут либо поставлять это газовое оборудование, либо подключать к сетям. Дня тишины перед предстоящими выборами не будет, если голосование будет проходить 3 дня. Такое решение также приняли сегодня на заседании областного парламента. Прежде всего это связано с удлинением дней по голосованию, а оттуда вытекают различные задачи, которые необходимо решать, и для этого должен быть принят соответствующий закон, и в него внесены изменения. Мы это все сделали. Обсуждению подверглись также методы агитации в интернете, объем информации в бюллетенях и изменения в самом избирательном процессе. Наталья Жмухаметова, Илья Капелин, Урал-1. В Челябинске задержали 2 подозреваемых, которые ограбили алкомаркет на улице Каслинской. Ими оказались 2 горожан 98 и 99 годов рождения. На кадрах видно, 2 в масках вырываются в магазин и угрожают продавцу оружием. Забрав 6000 рублей из кассы, злоумышленники поспешили скрыться. Как выяснилось позже, это были ранее несудимые местные жители, у которых был пневматический пистолет. Последним вместе с одеждой молодые люди выбросили неподалеку от места нападения, а награбленное уже успели потратить. Сейчас подозреваемые в изоляторе, им грозит до 10 лет тюрьмы. Построить завод «Тесла» в Челябинской области предложил экоактивист Дмитрий Закарлюкин. Инициатива связана с заявлением Илона Маска о возможности строительства предприятия на территории России. Приглашение разместить производство именно у себя уже поступили от губернаторов Свердловской и Калужской областей. Экоактивист не забыл указать причины постройки завода именно в нашей области. Это большое количество солнечных дней в Троицке, научно-промышленное наследие и падение метеорита в 2013 году. Закарлюкин просит жителей региона репостить свое предложение в Твиттере, а также отмечать под ним губернатора Алексея Текслера. Несколько дней назад создатель Tesla и SpaceX Илон Маск выступил на онлайн-марафоне «Новое знание» и анонсировал появление заводов, а также сервисных центров Tesla. Без комментариев и лишних подробностей, новости одной строкой прямо сейчас. Победителем аукциона на содержание челябинского метро снова стал спецподземстрой из Екатеринбурга. Итоги повторного конкурса подвело управление капитального строительства. На аукцион в Челябинске было подано 2 заявки от спецподземстрой и Citybuilding, обе компании из Екатеринбурга. Первая уже обслуживала подземку в 2020 году. За свои услуги она попросила 102,8 миллиона рублей. Это на 500 тысяч меньше начальной суммы контракта. С 10 июня по 31 декабря спецподземстрой будет выполнять строительно-монтажные работы на первом пусковом участке между станциями Тракторозаводская и проспект Победы.
Мотострелки Центрального военного округа стали победителями первого этапа всеармейского конкурса «Суровый натиск». На полигоне в Челябинской области они установили рекорд трассы, преодолев дистанцию за 47 минут и 33 секунды. Три экипажа БМП-2 прошли 18-километровую дистанцию с препятствиями без штрафных кругов и поразили 9 групп мишеней. Противотанковые гранатометы и управляемые ракеты, вертолеты и боевые машины пехоты противника на удаленности от 600 до 3000 метров. При этом средняя скорость прохождения одного круга составляла около 15 минут, а процент попаданий – 96%. В Челябинске приостановили высадку цветов и озеленение. Связано это с аномальной для мая жарой. По словам специалистов, из-за палящего солнца цветы погибнут сразу после переноса в грунт. Формировать клумбы продолжат только там, где есть затемненные места и постоянный доступ к воде, например, во дворах. На остальных участках на фоне 30-градусной жары работы временно остановлены. Экологический проект «Добрые дела для Таганая» стартует на Южном Урале. Он приурочен к юбилею национального парка и начнется с Большого Субботника. 29 мая добровольцы соберутся на Таганае, чтобы покрасить бренд-зоны на центральной усадьбе и настил, а также убрать мусор вдоль двух популярных пешеходных троп. Как говорят в самом нацпарке, трудовая программа поездки отлично подходит для корпоративного волонтерства. Она не требует больших временных и физических затрат. Многие компании и организации региона уже собираются принять участие в программе. Новорожденный лисенок едва не погиб в лесном пожаре. Сейчас спасение маленького хищника занимается Карен Далакян. Неокрепший зверек нуждается в заботе и особом питании. Прежде чем оказаться в приюте, лисенок пережил настоящий кошмар. Лесной пожар уничтожил его дом. Что случилось с семьей малыша, неизвестно. Чудом обессиленному зверьку удалось добраться до воды, где его нашла жительница Озерска. Чтобы вернуться в естественную среду обитания, хищник должен подрасти и окрепнуть. Необходимые углеводы и макроэлементы сейчас он получает в виде коктейля из мяса и козьего молока. Это самый уникальный, универсальный продукт, козье молоко, который подходит фактически всем видам животных. Это и ежата могут быть, это и бельчата, это и хищники. Да? Вот сегодня мы будем кормить нашего лисенка. Мясные деликатесы для пострадавшего хищника в приют «Спаси меня» привез Владимир Бурматов. Депутат Государственной Думы также намерен оказать лисенку и дальнейшую помощь. Через несколько месяцев он будет возвращен в естественную среду обитания, то есть мы его обязательно вернем домой, в лес, в родную стихию. Вот. Ну а сейчас задача, чтобы он как можно активнее рос, развивался, чтобы он уже к концу лета мог за себя постоять, самостоятельно добывать пищу, пропитание себе и сумел подготовиться вот к зимнему периоду в лесу. Работы по возвращению в дикую природу спасенных животных Владимир Бурматов и Карен Делакян занимаются не первый год. В свой зеленый дом уже вернулись две лисы, три совы, ястреб, рысь, несколько ежей, еноты, белки, утята и лебеди. Наталья Шмахаметова, Урал-1. Уникальные декорации, несколько десятков костюмов и столько же образов. В Челябинском оперном пройдет премьера балета «Феерии» сказки Гофмана. Фантастический спектакль – это три неудачные истории любви, три попытки найти спутницу. Как артистам удастся предстать в нескольких амплуа одновременно? И каким образом внушительных размеров декорации трансформируются на глазах у зрителей? С подробностями наш корреспондент. 80% балет, 20% опера. Спектакль «Сказки Гофмана», который челябинцы увидят впервые. Уникальная история немецкого писателя о любовных неудачах героя. Три драматические страсти, три недоступные женщины, образ которых исполнит один артист. Самое главное, уверяет Виктория Дедюлькина, успеть за несколько минут поменять внутренний образ. Они все абсолютно разные, и каждая очень интересная, и нужно успеть перевоплотиться из одной в другую, потому что они просто кардинально разные. Такая же сложная задача стоит и у главного героя Гофмана. Какой-то сумасшедший, романтический образ, образ, не знаю, Джокера, как нам говорили, повернуться в зал и посмотреть бешеными глазами на зрителя. Вот. Ну, много всего. Это очень интересный спектакль. Удивлять планируют не только смешением образов, но и декорациями. Пространство сцены будет трансформироваться прямо на глазах у зрителя. Если вы помните историю Гофмана, как Щелкунчик, там, или история Кота Мура, да, или все, ну, вообще весь мир Гофмана, да, это мир фантазии. Вот. Ну и в нашем случае мы как-то, в общем, следуем этому завету Гофмана, да, и превращаем люстру в гондолу,
люстру в люстру, в конце концов, потому что на это тоже надо посмотреть как-то иначе. Практически неизменной останется балетная часть. Я какие-то корректуры, естественно, сделала, что-то, как я считаю, усовершенствовали, что-то изменили. Вот. Так что я безумно счастлива, что вот именно в Челябинске, потому что мне этот театр очень дорог. Оценить работу, проделанную коллективом челябинцы, смогут 27 мая. Вячеслав Ватутин, Илья Капелин, Урал-1. 27 мая в Челябинске стартует 12-й международный фестиваль балета в честь Екатерины Максимовой. Впервые в программу войдут постановки сразу 5 крупнейших российских театров. Откроет фестиваль фантастический балет «Феерия сказки Гофмана» на музыку Оффенбаха, премьера Челябинского оперного. Как артисты готовятся к премьере? Будут ли перестраивать сцену для приезжих театров? И как скажутся ковидные ограничения на заполняемости зала? Об этом не только. Моя коллега Инна Мельникова поговорила с гостем нашей постоянной рубрики. Ну а я же с вами прощаюсь. До встречи на Урал-1. И сегодня у нас в гостях Юрий Клевцов, художественный руководитель балета, театра оперы и балета. Здравствуйте. Очень приятно видеть вас в нашей студии. 27 мая стартует 12-й по счету фестиваль балета в честь Екатерины Максимовой. В этом году говорят, что он будет особенно масштабный. Почему? В чем будет фишка, как бы сказали сегодня? Нам удалось привлечь, в общем, достаточно известные театры. Они согласились приехать и поддержать нас вот в этом, на этом фестивале, посвященном Екатерине Сергеевне Максимовой, великой балерине, русской, советской балерине. И что я могу? Ну, конечно, много интересных новых спектаклей, которые не видела публика наша. И я думаю, что самая главная наша задача всегда все-таки показать и дать возможность челябинским зрителям увидеть что-то новое, ну и как-то кругозор свой, может быть, будем так говорить, расширить. И... Ну да, действительно, если посмотреть на программу, здесь интересного будет очень много. Омский театр, например, привезет «Эсмеральду», этот спектакль вошел в лонг-лист национальной премии «Золотая маска». Что там интересного, примечательного, на что стоит обратить внимание? Ну, как бы само произведение всем известно, Виктор Гюго, «Собор Парижской Богоматери», да. Дело в том, что, во-первых, там много очень разных композиторов используется 19 века, которых я сейчас, конечно же, естественно, всех не озвучу. Но то, что я видел, безусловно, мы, прежде чем приглашать, мы всегда просматриваем материалы и ответственно подходим к этому моменту, поэтому это очень интересный спектакль с интересными декорациями, костюмами и, в общем, музыкой, которая порой, наверное, шлягерная такая музыка, которая привлечет внимание тоже, опять же, нашего зрителя. И мне кажется, этот спектакль должен пройти на одном дыхании. Театр сейчас в первую очередь занят подготовкой премьеры, которой, я надеюсь, вы удивите не только челябинскую публику, но и приезжие театры. Речь идет о балете «Феерии» сказки Гофмана. Удивительное название. Как вам удалось превратить оперу в балет «Феерию»? И что это будет? Важно то, что это новые видения, это новые декорации, новые костюмы. Вообще, достаточно известная опера. И вот она вдруг появляется в таком прочтении, где, в общем, балет играет достаточно важную роль, точнее, может быть, ну, практически, ну, не, если не первую, то наравне рядом с солистами оперы. Это однозначно. И вот это сочетание, этот синтез, он, в общем, действительно, можно сказать, приводит к такому феерическому ощущению. Плюс, конечно, свет, декорации и костюмы, все это вызывает ощущение такого... Ну, попадаешь в сказку, действительно, реально попадаешь в сказку. Но этот проект был создан при участии французского продюсерского центра. Вот как вам такое сотрудничество? Много ли полезного? Ну, да, да, да. На самом деле мы давно уже сотрудничаем, и до пандемии мы ездили на гастроли, и на достаточно продолжительные гастроли. Там были даже более 3 месяцев труппа находилась в Европе, по всей Европе каталась там с разными спектаклями. Мы возили «Лебединое озеро» и так далее, и так далее. «Щелкунчик», другие спектакли. Поэтому мы уже давно сотрудничаем, и вот благодаря этому сотрудничеству мы как бы получили вот эту вот новую премьеру.
вот благодаря им тоже в какой-то степени. Вы сказали о декорациях, о костюмах, но, наверное, все-таки главную роль сыграют артисты. И здесь надо сказать, что главная героиня сыграет аж 4 образа. Ну, это такая очень серьезная драматическая работа. Вот с точки зрения актерского мастерства как-то усиливали вы работу в этой постановке? Ну, конечно, безусловно, это непростая задача. То быть куклой, то быть Джульеттой, то еще там кем-то и так далее, и так далее. И здесь ты нежная, тут ты порочная, там ты и так далее. То есть, конечно, задача стоит непростая. И я вижу, что, в принципе, наши балерины справляются с этой задачей. И, безусловно, премьера тем отличается, что это премьера. Ведь каждый спектакль с каждым, с последующей каждой игрой, то есть я имею в виду, продолжая жить на сцене, он еще больше обрастает мясом, еще больше обрастает актерским мастерством. То есть когда актер не думает уже о движениях, он думает о внутреннем состоянии, о том, что он должен передать зрителю энергетически. Это очень важно. И поэтому премьера, да, будет очень хорошей. Наши артисты, конечно же, справятся. Но я говорю еще о том, что со временем этот спектакль будет еще интереснее. Спасибо вам большое. Я хотела бы напомнить, что сегодня у нас в гостях был Юрий Клевцов, художественный руководитель балета Государственного академического театра оперы и балета имени Глинки. А мне на этом все. Я желаю вам отличного настроения, только хороших новостей. Одежда ведущих предоставлена салоном «Манго Мэн».